Специалисты Смоленской атомной станции совместно с педагогами школ ежегодно проводят работу по профориентации. Цель этих мероприятий направлена на популяризацию профессии атомщика и повышение имиджа атомной энергетики в целом. В этом году работа ведется по двум возрастным программам для выпускников школ. Для наглядности встречи сопровождаются видеопрезентацией о работе атомной станции, средствах обеспечения безопасности выработки атомной энергетики и о соблюдении охраны природы от производственных воздействий. Десногорские школьники активно участвуют в викторинах на атомную тематику и демонстрируют хорошие знания. Было очень интересно, были очень интересные вопросы, викторина была очень интересная. И, конечно же, очень интересно человек рассказывал. Вообще для себя очень много подчеркиваешь, когда проходят такие мероприятия. Я считаю, мероприятие у нас было первое, оно было сгруппированным, очень интересным. Также мы познакомились с основателем нашей станции, так сказать, вступили с ним в диалог, узнали все из первых уст. Встречи со специалистами-атомщиками интересны для школьников, поскольку многие из них видят свое будущее именно в этой промышленности. Наверное, как мой папа, начальник по радиационной безопасности, я, наверное, буду поступать в ФИПИ в Обнинский. Вот. И я хочу все-таки, чтобы его и мои надежды оправдались. Также встречи посвящены 35-летию пуска первого блока. Поэтому специалисты УИОС приглашают ветеранов атомной промышленности и первостроителей Смоленской атомной электростанции. Интересные беседы с ними знакомят юных десногорцев с историей родного города.